очень интересно. Самый неподходящий момент. Кто знает, как это называется? А кто не знает, я скажу. Это химическая реакция. Тут вопрос, из-за чего она произошла. И что это такое? Почему-то нагрелось. Эпоксидка просроченная. Парни, реально, кто знает, что такое, а? Напишите. Как с этим бороться? Короче, парамелизовалась. А интересно, за чего это? Сколько раз разводил в пластиковых емкостях от воды, нормально все было, тут на те. Ладно, будем проводить внутреннее расследование. Кому понравилось, палец вверх, кто не ставит, тот вонючка. Только не забудьте написать, что это такое произошло. Соответственно, будет, значит, другое видео.